Несмотря на непрекращающуюся пандемию и повсеместные ограничения для туристов, мы смогли вырваться в Европу во вторую половину нашего отпуска. Из доступных вариантов выбрали Хорватию. Учитывая небольшой перечень открытых стран, хороший вариант. На полуостров Истрия в окрестностях города Порича мы приехали в третий раз. И третий раз нам везет с погодой в этот нестабильный осенний период. Красота! Стандартный номер в трехзвездочном отеле с почти видом на море. Поскольку основные окрестности нами за предыдущие визиты исхожены, отправляемся устранять белое пятно в виде еще неизведанного кемпинга. Территория оказалась по размерам приличной. На схеме указано о 750 с лишним площадок для парковки. Народа полно. В основном немцы, австрийцы, чехи, голландцы. Но это как раз не удивительно. А сюрпризом оказался нудистский пляж на территории кемпинга, на который мы прямиком и вышли с камерой в руках. Снимать я, конечно, не стал. Слава богу, этот кусок пляжа небольшой. На остальных участках загорают и купаются нормальные люди. А теперь на наш пляж. Как я уже упоминал, погода стояла комфортная. Воздух 27-28. Водичка 23-24. Водные процедуры принимали ежедневно. Располагались, где и всегда, в предыдущие визиты. На травке, в тени оливковых деревьев. Ну а к тому, что дно здесь не песчаное, а каменное, мы привыкли и приноровились. Главное не спешить. Зато вода кристальная. Thank you.
Ну как? Хорошо. Что хорошего? Холодно? Холодно? Нет, вода хорошая. Хорошая. Между тем, люди сюда едут не только купаться. При этом комплексе отелей, а тут в Зеленой Лагуне несколько отелей разных категорий, находится теннисный центр с отличными грунтовыми кортами. Мы насчитали 18 площадок. Так вот, наверное, половину из посетителей составляют пенсионеры. Примерно так 65-70 плюс лет. И играют шустро, порой прям рубятся. А потом идут квасить в какой-нибудь бар или ресторанчик. Мы были свидетелями. Напитка. Со спортом тут вообще все нормально. По другую сторону мыса, в нашей бухточке, располагается тренажер для спортсменов-воднолыжников. Очень интересно за ними наблюдать. Почти в одно время с нами в отель заселились спортсмены. Постоянно, особенно в ресторане, мелькали футболки сборных Швеции, Франции, Словении, Германии, Венгрии. Оказалось, чемпионат Европы по полевой стрельбе из лука. Такое уютное, почти семейное мероприятие. Five, four, three, two, one.
Наше занятие спортом, кроме плавания, заключалось в ежевечернем променаде по мысу вокруг лучшего отеля нашего комплекса – четырехзвездочного Парентиума в хвойной роще, в тиши вдыхая морской воздух. Растет инжир. Перед отъездом накануне не удержались и нарвали горсточку. Да, пора собираться домой. Отдых заканчивается. Но монеточки мы в море кинули, чтобы вернуться. Говори.